и «Газпром» заинтересован в расширении сотрудничества с пензенскими предприятиями промышленной сферы. Такую возможность сегодня обсудили глава региона Олег Мельниченко и руководитель департамента транснациональной энергетической компании Виктор Шарохин. Пензенская область для нас очень важный регион. Здесь находится ряд ведущих предприятий, которые поставляют нам оборудование, как вы правильно сказали, арматурные заводы, компрессорные заводы, которые делают различные датчики, электронику и так далее. Мы подписали дорожную карту, которая стала драйвером на данный момент взаимодействия с регионом. Безусловно, это влияет на индекс нашего промышленного производства, потому что «Газпром» является крупнейшим заказчиком на территории Российской Федерации. И сотрудничество с «Газпромом» он создает некий производственный портфель, да, для наших промышленных предприятий. На сегодняшний день оборот по контрактам между пензенскими предприятиями и энергетической компанией превышает 1 000 000 000 000 рублей. Расширение сотрудничества, по мнению сторон, позволит увеличить линейку и объем продукции, поставляемой холдингу.